Без термина давности у день вызволения у Гомелі представили сборник уникальных архивных материалов. Выдание включает два раздела – нацистская политика геноциду и выпаленной земли и расследование злочинства немецких оккупантов. У першем публикуются факты злочинства, учиненных нацистами на оккупованной территории Гомельской области. Серед их – документы военного часу – немецкие и советские. У другий раздел включены даденные об установлении и расследовании нацистских зверствов. Гомельская земля очень сильно пострадала от оккупационного режима. Нам всем с болью, значит, вспоминаем Олу, Красный берег, Мозырь, значит, сам Гомель. Поэтому одной из основных задач вот это вот было показать те нечеловеческие злодеяния, которые оккупанты творили на нашей земле. Усяго до выдання у Беларусі запланаваны 6 томов. Зараз рыхтуюцца кнігі, прысвечаныя Гродзенскай, Брэсцкай і Мінскай абласцям.